Всем привет! Я рад снова быть в эфире после праздников. Был перерывчик. Каждый занимался своим делом. Поэтому мы с вами, в принципе, в прямых эфирах не виделись. Будем наверстывать упущенное. Как всегда, ждем, пока люди соберутся в прямом эфире. Вот, вижу, уже начинает кто-то подключаться. Рад, говорю, приветствовать всех, потому что на праздниках мы долгое время с вами не виделись в прямых эфирах. Наверстываем упущенное. Это я дублирую для тех, кто только что вошел. Так, ну вот. Почему сегодня такая тема у нас эфира? Потому что, понимаете, есть такие вещи. Это, кстати, частый вопрос. Я в свое время на него записал аудиоподкаст в серии заметок, записки на манжетах сам кимоно. Там тоже задавали вопрос по поводу того, как тренироваться, когда болеешь, и после болезни. Можно ли тренироваться или нет. И в той или иной степенью периодичности эти вопросы постоянно возникали на форумах, и до сих пор мне присылают их иногда на почту. Я уж так прямо, ну, отсылаю, говорю, вот туда заходите, смотрите, вернее, сам слушайте, там по этой теме все записано. Вот, таким образом. И все было нормально. Но вот сейчас, коль скоро, у меня приключилась такая же беда, ну, в кавычках, еще никакой, собственно говоря, сам страшной беды в этом нет, хотя и ничего хорошего тоже. Знаете, есть такие виды заболеваний, которые, как бы вы хотели, не хотели, но они от вас совершенно не зависят. То есть, понимаете, можно профилактировать в той или иной степени хорошо простудного там рода различные там заболевания, токсика, ну, инфекции. С инфекцией как? Мойте руки перед едой, все нормально. А с простудные заболевания-то закаливание надо выполнять, ну, делать. Вот. И прочие процедуры, направленные на то, чтобы, значит, укрепить иммунитет, то есть иммуномодулировать его, да, то есть иммуномодуляторы тоже принимать можно, такие как адаптогены, травяные чаи, но это будет отдельный способ потом, как поднять иммунитет, и вы будете болеть чрезвычайно редко, даже большее количество вирусных инфекций, такие как ОРВИ, там, ну, такие дохленькие, слабенькие, даже минуют вас. То есть у вас настолько будет иммунитет сам силен, что они могут и не развиться. Но есть, конечно, ряд вирусов, какой бы сильный у вас организм не был, вы все равно заболеете, если вступите в контакт с людьми, которые на данный момент являются, ну, активными распространителями инфекции. К этой фиговине, значит, относится грипп. Давайте я немножко расскажу, но долго распространяться по этому поводу не буду, о профилактике с гриппа. Ну, сейчас вот модно стало прививаться, да, то есть вакцины против гриппа 5-10. Я на самом деле, если честно сказать, считаю неэффективными, но использование вакцин превентивно, когда неизвестно, какой конкретно штамм, ну, если можно по отношению к вирусу применить это слово, наверное, можно, вот, гриппа есть. Потому что каждая вакцина, она не поливакцина, она не действует против всех там видов грипп, какие только можно. Потому что это определенного рода антитела, вот, которые, значит, и стимуляторы выработки, ну, антител против определенного конкретно не то что вида возбудителя, а его разновидности. А гриппов существует, ну, просто немыслимое количество. Это вообще, это капец. Поэтому если вы сделаете прививки перед зимой против двух, там, предположим, самых распространенных форм гриппа, то это вовсе не убережет вас от того, чтобы гриппом там заболеть каким-то другим. Вот и все. Тому доказательством вот эти всякие птичьи гриппы, свиные. То есть, если вы привьетесь против обычного вида гриппа, то птичьим гриппом или свиным вы заболеете. И наоборот,
привьете против свиного птичьего, заболеете обычным гриппом. Она сама по себе может оказаться небезопасной, аллергогенной. Вот. И будьте уверены, что сделав себе прививку против гриппа, вы вовсе себя от того, что вы не заболеете данным видом гриппа. Это уже тоже проверено. С чем это связано? Да хрен его знает, с чем это. Я не против прививок, абсолютно не большинство прививок, которые делались оспы против там других заболеваний, делались. Эта штука важная. Очень штука важная. А вот грипп, который этот иммунитет вообще... Я против прививок, против гриппа. Можно сделать прививку против гриппа, как я сказал уже, только в том случае, если конкретно известно, что за возбудитель имеется именно вакцина вот именно против данного вида гриппа. Вот тогда это дело можно сделать с профилактической точки зрения. Так поступают профилактические и прививки, выполняя гепатиты, если едут в эндемическую или эпидемически опасную зону с данным видом заболевания или имеется карантин по данному виду заболеваний. Вот. Вот таким вот образом, да, значит, можно поступать. Так и, в принципе, сейчас, конечно, от гриппа люди умирают до сих пор. Не так, как это было раньше, когда чуть ли не половина населения сам Европы практически выкосил грипп. Когда были первые эпидемии его. Вот, это действительно было так. А сейчас люди лечатся, есть способы интенсивного лечения, есть способы профилактического лечения, патогенетического, симптоматического. Поэтому от гриппа народу умирает, в общем-то, немного. И чтобы умереть от гриппа, нужно иметь сильную предрасположенность к этому. Или очень ослабленный иммунитет. В таких ситуациях даже вакцина не поможет, в общем-то. Вот. Там интенсивная терапия, то есть фактически реанимация. Там надо все переливать, и плазмы, и фигазмы, лечить с пневмонию гриппозную, потому что умирают от нее, в общем-то. Ну, в общем, я все-таки и сделал так, обзор по гриппу, да. Вот. Лучше, в принципе, считаю гриппом это переболеть. Так вот, как гриппом переболеть, чтобы не сильно переболеть? У меня у самого сейчас эта фигня, вот смотрите, как я сейчас это выгляжу. И это не нажравшись таблеток, друзья мои, в общем-то. Вот. Конечно, безусловно, очень сильно помогает мероприятие, направленное на общее укрепление организма. Это прежде всего закаливание. Когда у вас иммунитет в достаточной степени сильный, тут есть два варианта развития событий. Первый вариант, если у вас иммунитет не укрепленный с помощью методов, а так называемый сильный свой. Что под этим подразумевают вирусологи, биохимики, эпидемиологи. Вот иммунитет сильный, это значит сильный у организма отклик, ответная реакция на проникновение, имеется в виду защитная реакция на проникновение чужеродного вот такого вот биологического мутагента, такого как вирус или бактерия какая-то, в организм. Есть специфические и неспецифические со способы самозащиты. Вот. Одни направлены на выработку, значит, антител, которые именно там губят вот данный вид возбудителя. Вот. Это у нас подключаются лимфоциты. Вот. Лейкоциты же, их там разновидности разные, ответственны за то, чтобы быстренько сожрать этот агент сам чужеродный, а также разрушенные этим нотагентом клетки. Вот. А и все это сопровождается, как правило, такими неспецифическими проявлениями, хотя они являются не патогномоническими, а очень частыми при тех или иных заболеваниях. Вот это как повышение температуры, головная боль, там, повышение артериального давления, учащение пульса и так далее. Ну, в общем, одно из самых таких проявлений – это повышение температуры, что сразу же снижает жизненный комфорт в разы. Возникает интоксикация, да? Интоксикация
И вот, как ответная реакция, вот это вот гипертермия. Гипертермия, кстати, является фактором защиты в том числе. То есть организм с помощью гипертермии борется. И, конечно, есть масса рекомендаций по поводу того, что при повышении температуры, не нужно температуру сразу подавлять с пиролитическими какими-то там препаратами. Если она не выше 38, то и пусть она побудет, да. То есть организм это так борется. Так вот, сильный иммунитет – это сильный отклик. Если у человека он от природы сам не заложен как таковой, отклик бывает настолько сильный, что чем у человека выше иммунитет, свой собственный, врожденный, тем тяжелее он может вообще перенести заболевание. Вот какой-нибудь дрищ, дистрофан, который там еле-еле душа в теле, заболевает сам гриппом, у него отклик очень сам слабый. Организм, конечно, это борется, но такое вялотекущее самозаболевание, что он как был меланхоличный, ходил там ногу за ногу заволок, так у него и заболевание протекает. Внешне ни он, ни окружающие этого вообще не замечают, он испытывает, может, в легкой степени какое-то недомогание. Активный же человек, который такой кровь с молоком, заболевает такими заболеваниями очень часто, просто тяжелейшим образом. У него сразу подскакивает температура до 40 градусов, он чувствует себя безобразно и практически может даже конь двинуть в первые же часы активного развития вот этого заболевания. Это вообще хреново, да? Вроде, казалось бы, человек очень сильный, такой должен справиться с этой там дрянью всей. А получается, что все наоборот, ему только от этого хуже. И вот этот вот сильный, но тот клик такой гиперэргический, такой ярко выраженный и чрезмерно даже выраженный, его и губит. И третий вариант развития событий, когда иммунитет сильный, не просто от природы, это вот нот ответа, нот иммунологически сильный, не просто статус нот иммунный, генетически заложен у человека сильный, вот такая гиперэргия на эти вот нотагенты все, а он выработанный, то есть приобретенный с помощью специального рода упражнений и манипуляций, направленных на нотиммуномодуляцию и укрепление иммунитета собственного. Это вот такие вещи, как я сказал, в том числе самозакаливание. Тогда, значит, ситуация выглядит таким образом, что организм сильный борется правильно, он борется сильно, но, как говорится, верно. И тогда заболевание гораздо быстрее побеждается. По крайней мере, его симптомы тяжелые не проявляются очень тяжело. Почему? Потому что они компенсируются с помощью тренированных механизмов. Стенки сосудов тренированные, поэтому даже в ответ на раздражение различного рода токсинами и выбросом определенного рода гормонов, все равно они находятся в более-менее правильном тонусе, что, соответственно, ответственно за то, чтобы не очень сильно повысить давление, например, или не сбросить его чересчур сильно. Вот, потому что стенки сосудов привыкли приспосабливаться к различного рода, экстремальным каким-то нагрузкам, для того, чтобы то сузиться, то расшириться. Внимание, и для того, и чтобы не ответить чересчур сильно на раздражение. Иначе бы было что? Чуть-чуть только надо давление повысить. Сосуды бам, и повысили его чрезмерно сильно. Так и бывает у людей, которые только-только тренироваться начинают, например, да? Или только-только принимают, душ начинают принимать, или что-то еще. Вот, то есть, когда ответ не адекватен. И вот на химическое раздражение токсинами ответ тоже может быть не адекватен. Вот, а он уже будет более-менее адекватен. Почему? Потому что они привыкли не реагировать гипертрофированно или наоборот забивать на какой-то тип раздражения. Они будут компенсаторно отвечать на раздражитель, но не гиперэргически, а более-менее так, правильно, что называется. И поэтому меньше будут головные боли, меньше будет повышение температуры в том числе, лучше состояние как таковое будет, то есть будете чувствовать себя лучше, даже когда вы болеете. Вот. Тем же самым и гриппом. Учитывая тот факт, что можно принимать еще противогриппозные различные роды препараты, главное не забивать и безосновательно симптоматику, то есть
А только принимать, ну, это обоснованно, что если температура выше 38, да, можно жаропонижающий препарат. Если уж очень сильно головная боль, можно, да. Но там анальгетики принять. Ну, там НПВС, они и то сразу сделают одновременно. Но, скорее всего, вам это даже не понадобится. И чем вам меньше понадобятся препараты, тем, в принципе, лучше, потому что такое заболевание даже простимулирует тот момент, тот факт, что вы еще и потренируете свой собственный иммунитет, работать адекватно, без вмешательства извне, с помощью химических каких-то препаратов. Вот это тоже ценно. Ну и на самом деле вот очень важный момент. Обычно гриппом не заболевают вот так прямо бам, и тут же вот все, и тут же прям заболел. Обычно все-таки какое-то преддверие этому делу есть. Это некомфортные чувства в слизистой носа, носоглотки, на глотке, да, на задней стенке, вот какие-то такие вот это вещи. Вы как-то чувствуете, человек говорит, я вот что-то чувствую, что, наверное, заболеваю. Вот в этот момент очень хорошо взять и прокапать в нос там интерфероны всякого рода различные. Ну, их, понимаете, эти вещи нужно, что называется, лить и лить. То есть это то, что покапал один раз и все. Это с интервалом в каждые полчаса, час нужно капать и капать интерферон в нос. Вот это вот тоже очень сильно помогает. Ну, это как метод, который, в принципе, уже поздновато делать, когда все, когда уже заболел. Но вот в ранней стадии заболевания очень даже хорошо. А также в целях с профилактики, когда у вас кто-то в семье заболел, или с кем вы контактируете, заболел, а вы еще нет. Вот тут тоже эта штука хорошо работает. Вот, а теперь по поводу тренировок. Еду сейчас я на самом деле на тренировку. У меня сегодня третий день, как я заболел. В первый день я себя нормально, в принципе, это чувствовал. Я да и вчера тоже ничего. Вот. Я нормально потренировался, в каком ключе. Есть всегда те виды тренировок и те виды нагрузок, которые можно и даже нужно, это полезно делать тогда, когда вы болеете. Это различного рода дыхательные практики, это в том числе растяжка. Потому что, как правило, вирусные заболевания, особенно грипп, проявляются некой ломотой в суставах и связках, и когда вы тянетесь, вы даже испытываете некоторого рода удовольствие из-за того, что раздражаете капсулу суставов, которая вот немножко так вот типа ломит, и даже это стимулирует больше выброс эндорфинов с энкефалинами, а они в свою очередь, между прочим, ответственны за повышение иммунитета. Вот. Так что вот этим вещами можно самозаниматься. Вот. Вчера, так интуитивно, просто понимая, зная, как это все проходит, я дал себе от тренировок отдых вообще. Занимался только медитацией и самодыханием. А вот сегодня я уже еду на тренировку, буду сегодня делать ката. Конечно, не буду их делать в полную силу, полную скорость. Буду работать рисунок, но в амплитудах, стойках, все как это положено. Спокойно, плавно, в режиме как бы дыхательной самки прокачки. То есть фактически это будет... В стиле тайцзи я буду выполнять ката-карате. То есть без мощных киме, без резких всплесков нот и концентраций. Вот. Но с амплитудами полными, в хороших низких стойках. Вот, надо все это дело поработать. То есть нельзя, понимаете, себя сожалеть сам не настолько, чтобы не делать нифига. И самый это вопрос, который возникает часто. А как же вот, ведь осложнение же можно получить. Да, не зря давали в школах в свое время освобождение от физкультуры после болезни на 2 недели. Да, я согласен, понимаете, но тут надо просто понимать, на каком уровне подготовки, тренированности и в каком состоянии иммунитета, какой у вас иммунный статус, состояние вообще. Если человек, тяжело переболев сам заболеванием или во время заболевания, не имея никаких абсолютно сил, ни физических, ни никаких других, кроме моральных, заставляет себя там безумно тренироваться, то есть превозмогать свои возможности, какие у него вообще на данный момент есть, то есть выходить за пределы возможностей, которые у него есть, то получается полная фигня, конечно. У него и так сил на борьбу с заболеванием нет.
а он еще силы тратит на что-то другое. Вот. В итоге, заставив себя сделать одно, он часть сил, которые внутренние, которые направлены на борьбу с заболеванием, он просто оттуда откачает, и на борьбу с заболеванием пойдет намного меньше внутренней энергии, сил и так далее. И вот тут как раз и возникают усложнения. При гриппе это какого рода усложнения чаще всего возникает? Это на суставы. Вот самое худшее будет усложнение даже не после вирусных инфекций. Еще это легочные усложнения различного рода и присоединение, как правило, вторичной какой-нибудь инфекции. То есть организм совсем ослаблен станет, то есть иммунитет упадет, и у человека все. Сразу присоединяется все, что дремало в очагах вторичных инфекций. То есть это какие-то скрытые там, тонзиллиты хронические, риниты, там в пазу какие-то геморриты, воспаления, фронтиты. Вот, они все проснутся сразу же. И напасть будет прям полная. Все, что дремало, все проснется. И у человека получается комплексная такая уже болячка. И это капец, там надо уже антибиотики принимать и все, что только можно. Поэтому вот это не работает. Самое страшное это ангина, когда человек при ангине старается держаться на ногах и еще что-то там, я еще не мужик, типа, и начинает там что-то творить. Это дает осложнение на суставы, но это полбеды, дает осложнение на сердце, которое чревато развитием сердечных пороков. Это потому что, как правило, ангина вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Вот. Такой плохой стрептокок, который вот поражает клапаны сердца, любит поражать, действует избирательно таким образом. И человек может вообще двинуть коня. Ну и вот таким вот образом все это работает. Поэтому на самом деле важно понимать, таких заболеваний немного, слава богу, которыми часто болеют. Вот. Надо понимать, какой у вас статус. Если вы во время заболевания чувствуете себя великолепно, условно великолепно, вы не можете себя во время заболевания чувствовать лучше, чем без него. Да? Вы чувствуете себя хорошо, вы полны сил, собственно говоря, и у вас просто это проявляется в виде каких-то катаральных явлений, да? Там износ течет. Либо какого-то там дискомфорта на слизистой, там глотки. Но ничего такого нету, то есть даже нету позывов к кашлю, нету повышенной температуры, я еще раз говорю, без употребления медикаментозных средств, то, в принципе, не нужно себя жалеть, индульгировать, прямо падать как мертвецу и ни хрена не делать. Нет. Занимайтесь. Всегда найдется то, чем можно позаниматься. Всегда. То, что вы не дорабатываете тогда, когда чувствуете себя в полной мере хорошо. Всегда. Что касается дыхания, энергетических каких-то вещей, медитации, растяжки, это можно делать всегда и в любом состоянии, это пойдет только на пользу. Всегда. А практически. Дыхание, конечно, да, когда респираторный, тяжелая там инфекция, тогда, конечно, нет. А так все это прекрасно работает. Вот, поэтому рекомендую не валяться в самой кровати, когда более-менее все хорошо. Вот странно, да, слышать такое от врача. А обычно врачи все запрещают. Говорят, в койку ложись, таблетки глотай, больше пей, ни хрена не делай, спи. Все. Я говорю, это происходит по одной простой причине. Я накачу на коллег сейчас. Потому что в большинстве своем врачи, в 99% случаев, это, как правило, сами люди больные. Причем часто больные они теми же заболеваниями, которые они лечат. Да? Какой-нибудь терапевт, который лечит этот панкреатит, сам там этот жиробас с гепатозом с жировым, и у самого уже давным-давно панкреатит. Какой-нибудь ухо, горло, нос имеет хронические инфекции в придаточных пазухах. Фтизиатр курит, как паровоз. Онколог тоже жрет
все, что только это не попли, там и, ну, имеет заболевания, а которые, в принципе, являются предраковыми состоянием, какие-то язвы желудка. Ну, понимаете, это сплошь и рядом. Врачи не следят за собой с должным образом. И это проблема на самом деле. Поэтому, если хотите рекомендации, вы самый активный человек, образ жизни у вас активный, хотите спортом заниматься, находите докторов, которые спортом сами занимаются. Они, я это часто совет даю, они поймут вашу ситуацию и дадут вам ту рекомендацию, как они поступили бы сами, а они, как правило, себе такие люди не враги. Не враги. У них хорошая сила воли, они ведут правильный образ жизни, и они себе не враги. Вот. Вот таким вот образом и нужно поступать. Вот. А теперь бы, если кто-то в эфире есть, друзья, из активных, я буду очень рад, хочу узнать, а вы во время заболеваний, ну, тренируетесь? Да, кстати, да, я жду от вас ответов. Вы тренируетесь ли вы во время заболеваний? Еще такой же частый вопрос. А вот я там повредил там лодыжку или повредил там лучезапястный сустав. Вот выпал из тренировок, а так хочется тренироваться. Я читаю такие эти вещи. Что делать? И мне просто вообще это непонятно. Вы что, позвоночник повредили себе? Парализованным, что ли, лежите? Вот это вообще мне непонятно. Давайте там, повредил палец или там царапину получил на тыле кисти. И что же, и вот жалко, выпал из тренировок. Что выпал-то? Даже если вы сломали себе ногу, у вас есть руки. Сломали себе руку, у вас есть ноги. Всегда есть что потренировать. Это вот мне вообще непонятно там. Вдруг сразу становится важно тренировать именно то, что не работает должным образом. Вот это вообще мне не ясно. Вы сломали ногу, тренируйте силу хвата, пальцы, сухожилия там, укрепления. Там качайте пресс, укрепляйте спину гиперэкстензиями какими-то. Занимайтесь статодинамикой какой-то, растяжкой, медитацией, йогой, чего только нету, где не задействовано то, что вы повредили. Вот это вот, это вообще целая тема. Но я думаю, что о травмах мы тут отдельно поговорим. Я об этом на самом деле много рассказывал. У меня в своей жизни было много травм. Еще не так давно совсем я там оторвал себе бицепс, да? Вот на правой руке. И чего? Не было ни дня, даже считая тот самый день, когда это произошло, чтобы у меня пропала тренировка. Ни дня не было. Я тебе скажу даже более того, что те, кто были вокруг меня, окружали меня, они даже и не знали многие и не догадывались, что у меня какая-то травма есть руки. Вот так вот. Ну, конечно, если вы будете гипс носить, вы все, конечно, догадаются. Но суть в том, что можно быть активным, и все у вас будет нормально получаться, все. То есть работать по полной программе можно. Очень четко и великолепно. Так, а что это я поехал какой-то не той дорогой? Еду-то совсем не туда. Так, сейчас подумаю. Так. Вот. Еду на одну тренировку в один из самых залов, а поехал по дороге, по которой езжу на другую тренировку. Ну тут я на таком этапе нахожусь, где еще можно переключиться с одного на другое. То есть не поздно свернуть, и как раз получится даже нормально. Как будто так и задумано. Вот. Так. Дальше. Тренировки. С тренировками все понятно. То есть обязательнейшим образом. Так. Все, сообразил. Вот. Поэтому травма — это вообще, конечно, штука плохая, если вы не можете полноценно работать вообще по полной программе, как только можно. Но с другой стороны, травма — это минимальная проблема. Почему? Потому что гораздо большей проблемой является резорптивное состояние, когда у вас общий статус ухудшился настолько, что вы не в состоянии сам заниматься, либо поражены внутренние органы какие-то с какими-то такими состояниями, когда общий статус падает просто до нуля. Вот.
если у вас там что-то повреждено, там, даже кость там, то вы, в общем-то, на самом деле, человек со сломанной ногой себя чувствует хорошо. У него только нога не работает. А так он чувствует себя хорошо, поэтому работать можно по полной вообще-то программе, исключая только воздействие на данный сегмент. И то надо начинать его задействовать как можно раньше. Кстати, о восстановлении и регенерации, значит, после травм, как можно быстро, наиболее быстро начать сам, ну, тренировки, мы поговорим отдельно. Потому что многие люди очень сильно затягивают восстановление. То есть часто вот иммобилизации период, они не, ну, обоснованно долго затягивают. В итоге получают серьезные контрактуры, и реабилитация и восстановление занимает потом очень много времени, чтобы вернуть нормальные движения, побороть тугоподвижность. А даже может оказаться такое, что и оказывается невосстановима функция в полной мере. Вот поэтому это тут будет отдельная совершенно тема, потому что она большая. Я надеюсь, что вы мне про нее напомните в одном из эфиров. Ну так что? Кто тренируется даже тогда, когда болеет? Или как вы поступаете тогда, когда у вас, когда вы заболели? Каким-нибудь гриппом, ВРЗ. Вот. Занимаетесь или нет? Я знаю ваш ответ. Большинство парней ответят, нечего там, да, это болеть, там, надо это заниматься. Мужик я там или не мужик, занимаюсь. Но те, у кого здравый смысл свой присутствует, в значительной самой степени, те, конечно, скорее всего, поступают примерно так же, как и рассказал я. Только я под это сейчас подвел определенную базу, такую фундаментальную, вот обосновав, когда что-то стоит делать, а когда что-то не стоит, да? Потому что, конечно, не нужно выжимать из себя все соки, ну, возможные, тогда, когда для этого предпосылок нет, и этих соков-то в принципе нет совсем. Ну вот, суть эфира, в общем-то, такова была. И если кто-то вошел только недавно совсем ее и не вдупляет, о чем, собственно, идет речь, я сейчас эфир сам завершу, он на Фейсбуке сохранится. Зайдите, посмотрите его. Вот. Этот эфир, эту запись, к тому же она в скором времени появится на моем лайв-канале на Ютубе, где, в принципе, появляются все записи прямых эфиров, если они есть. То есть все прямые, ну, эфиры и все вебинары появляются там. Единственное, там не дублируются, значит, эфиры, которые проходят в Инстаграм, потому что Инстаграм, к сожалению, не подразумевает в настоящий момент записи эфиров. Вот таким вот образом. А так обязательно подписывайтесь на мои каналы на Ютубе. Их два, значит, основных канала. Первый — это Михаил Шилов, ник Шилов ФМ. Вот. Там большие видео в основном, и те видео, которые были записаны раньше, когда-то давно. Вот. И будет там все появляться больше и больше видео новых. Это основной канал, где самое большее количество подписчиков и наибольшее количество роликов. Там их больше 1000. Вот, моих авторских роликов, да. И второй канал, который появился совсем недавно, называется Михаил Шилов Life Channel. Специально решил его завести для того, чтобы не захламлять основной канал вот такими вот эфирами, короткими сообщениями, иллюстрациями к различным своим статьям, когда я буквально записываю видео на 10 секунд для того, чтобы потом вставить его в какую-то статью, проиллюстрировав какое-то событие. Вот. Для этой штуки у меня существует канал, который называется Life Channel. Вот прямые эфиры, они все, как правило, будут располагаться именно там. Это тоже. Ну вот. А также еще обязательно посещайте мои сайты. Это budoshin.ru, budoblog.ru, makivara.ru, korrektura.ru и drshilov.com. Вот эти вот обязательно ресурсы посещайте. Там есть RSS-ленты, там есть формы подписки.
будьте в курсе всех событий, потому что каждый сайт ответственен за обзор какой-то своей тематики. Кстати, забыл сказать, ездил же я буквально недавно, да, что называется, месяц назад в Китай, вот, по приезду, значит, запустил целую серию статей и видео, которые называются «Мое знакомство с Поднебесной». То есть «Мой Китай» или «Знакомство с Поднебесной». Выпустил 7, значит, обзорных статей по каждому дню, там, да, там, или некоторые дни разбил на две части. И на этом вроде как бы это затихарился. Времени, ребят, просто реально не было. А вот вчера, когда у меня был день такой, ну, можно сказать, отдыха, что ли, я взял и написал две большие статьи по двум событиям. Первое событие – это посещение в Хайнане, в городе Санья, горячих термальных источников. Вот. Классное там вообще это место, хорошие видео, много фото. Зайдите, посмотрите, классные вещи. Ну, вот обзор такой, статья. Это на Будоблоге. Будоблог Михаила Шилова. Можно русскими буквами на Яндексе набрать Будоблог Михаила Шилова. Либо Будо-блог набрать с латиницей. Вот, и все, и сам найдете. А эти две статьи самые крайние. То есть они будут сверху. Сначала 9-я, потом 8-я, да, это выпуски. Вот. Но читать надо в обратном порядке, да, сначала 8-й, потом 9-й. Если кто не в курсе, да, то можно вообще просто в правой колонке в меню, значит, сам найти в рубриках «Мое знакомство с Поднебесной» и прочитать все выпуски. Точно так же можно просто в поиске сайта набрать там «Китай», в правом верхнем углу такая, это поиск есть, и вам все статьи мои по этой теме сразу же всплывут. Вы их сможете прочитать все. Вот. А второе событие – это посещение буддийского центра Наньшань, где находится самая высокая статуя в мире, если верить книге рекордов Гиннесса. Что-то она порядка 108 метров, что ли, там. То есть превосходит все известные самые высокие статуи, такие как «Свободы» статуя в Америке, или там «Иисус Христа» в Бразилии. Вот. Так что почитайте. И фотографии тоже посмотрите. Ну ладно, а на этом на сегодня все. Всем пока. Был рад всех видеть, кто был в эфире. Вот. До свидания, друзья. До скорых встреч.